Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Сегодня мы с вами познакомимся с темой, попробуем узнать, лучше раскрыть все тайны, да, как стать Нобелевским лауреатом. Все великие люди обладают определенными способностями, талантами. И, естественно, эти тайны иногда для нас не раскрываются полностью, да? Но при этом мы все восхищаемся теми достижениями, теми изобретениями, которыми мы пользуемся сейчас. Кто же был теми звездами, которые получили Нобелевскую премию? Давайте посмотрим. Это представители России. И обратите внимание, можно увидеть, что все, ну, практически многие области, да, профессиональные области, области специалистов, науки, получается, да, литературы, они в основном представлены. Физиология и медицина, да, Иван Павлов, литература, Иван Бунин, Николай Семенов в области химии получил Нобелевскую премию. Очень много лауреатов из России получили премию в области физики. Вот один из них, то имя, чья фамилия наиболее известна, это Лев Ландау. И в области экономики была также Нобелевская премия Леонид Конторович. А в основном, конечно, как я уже сказала, эти научные области, которые представлены, связаны с физикой и с литературой. И вы знаете, все это можно объединить в одну общую область. Это научно-исследовательская деятельность, но не просто научно-исследовательская деятельность, а научное творчество. Творчество в широком его понимании — это именно не просто создание чего-то нового, а именно создание развития. И здесь еще проявляется и саморазвитие личности. То есть мы уже подходим к тому, что Нобелевские лауреаты, несмотря на то, что они отличаются в разных профессиональных областях, достижения отличаются в разных профессиональных областях, но в любом случае они схожи в своем понимании того, что они могут сделать, и то, что они делают, будет ценно. То есть вот эти интересные характеристики раскрывают их именно как личность. И понимая то, что входит в личностные качества, да, то, что как раз мы можем к этому относиться как к тому, что является тем самым двигателем, который и привел их к их научным достижениям. Мы позволили себе выделить несколько этапов как раз, да? Все-таки вот как стать Нобелевским лауреатом. И мы задаем вопросы, вместе с вами мы будем на них отвечать. Каждый ученый-исследователь и вообще в области и психологии в том числе. Знаете, каждый ученый-исследователь, он стремится к созданию формулы. Гуманитарий это, или это связано с инженерным, получается, искусством, да, или производством. Физики в любом случае, получается, да, литература. Все можно привязать к стремлению создать такое целостное, гармоничное произведение, которое будет понимаемо одинаково всеми. Но при этом оно такое же будет красивое и нестандартное. То есть, если мы с вами поставим перед собой задачу стать Нобелевскими лауреатами или стать великими учеными, то мы в любом случае будем понимать, что мы должны будем стремиться к изобретению новых формул, да, которых не было до нас. Но они должны быть красивые и грамотные, и актуальные. Итак, что же входит в понимание или определение как раз того, как создать эту формулу? Вот этот первый шаг. Посмотрите, вот то, что мы говорили. Да, первое, это у нас научно-исследовательская деятельность. То есть это вот то, чем мы можем заниматься, там, где можем мы реализоваться. Или научное творчество, да? Создание нового и для себя, и для человечества. Второй момент как раз, вот в создании формулы, да, мы здесь в этом контексте говорим, связан с самодетерминацией. Самодетерминация — это самообусловленность. То есть Те стремления, они все-таки внутренние. Внешние обстоятельства, они будут, конечно, влиять на нас, как на создателей, как на изобретателей, получается, да, как на творца той же самой формулы. Но при этом все равно у нас
или, так скажем, у тех людей, да, которые занимаются научным творчеством, у них в любом случае есть какие-то внутренние мотивы и внутренние стремления, которые как раз вот эту причинность движения к чему-то новому и будут определять. И самое главное, самоэффективность. То есть у нас есть, да, причины заниматься интересной своей исследовательской темой, например, да, писать стихи, если мы говорим о литературном творчестве, да, погружаться как раз в глубины теории физики, это тоже достаточно сложно. Но при этом, если мы не будем стремиться к конкретному результату и не ставить перед собой вот этот результат полноценный, эффект, да, к которому мы будем стремиться, то формулу тоже будет сложно будет прийти к той формуле, которая будет как раз совершенно, получается, да, то, к чему стремимся. То есть в рамках, получается, первые шаги, в рамках научного творчества у нас есть определенные потребности в том, чтобы мы развивались в этом творчестве, получается, да, и стремимся к максимальному эффекту. Получается, что то, что будет входить вот в такие стимулы и внутренние, да, и в рамках научно-исследовательской деятельности, и будут объяснять самодетерминацию и самоэффективность, к таким, получается, составляющим будут относиться или определять нас как личность. Такие показатели, вот как локус контроля жизни. Сам термин, ну, возможно, не очень знакомый или на слуху, но он говорит о том, что у человека есть представление о самом себе, что именно он отвечает за то, что происходит с ним в его жизни. Именно он несет ответственность за то, как она будет строиться, развиваться, в каких отношениях он там будет, да, как она будет представлена, что его будет окружать. То есть получается, что локус контроля жизни говорит о такой высоком уровне ответственности за происходящее со мной в моей жизни. То есть это не у каждого человека действительно развито. Кто-то, например, объясняет все стечением обстоятельств. Получается, да, есть такой фатализм, например, да, что бы ни происходило, хорошее или плохое получается, это, возможно, зависит не от меня, а от кого-то, кто находится со мной рядом. Или погода сегодня плохая или хорошая, да, от этого будет зависеть, как пройдет мой день. То есть если мы говорим о, опять же, и двигаемся к такому раскрытию потенциала, как у Нобелевского лауреата, мы будем работать над тем, чтобы уметь развивать себе эту ответственность за контролем над собственной жизнью. Второе – это самоценность. Это, на самом деле, этот показатель очень интересный. Он действительно вот в нашем исследовании проявился у тех, кто достиг хороших научных результатов. Реально, то есть у него получили и академическая ценность, и статьи, и участие в конференции, и раскрытие себя, и понимание того, что действительно то, что происходит, то, что ты делаешь, оно не узкое. Да? То есть это изобретение, оно нужно не только мне. Оно действительно будет и хочется, чтобы его использовали дальше и применялось, как-то внедрялось. Опять же, даже если мы говорим о литературном творчестве, то тоже написание прозы, получается, даже, да, и поэзия. Хочется, чтобы другие люди радовались и понимали именно гармоничность этого стиля. То есть вот в этом будет заключаться проявление нашей самоценности. То есть это качество, оно практически является ядром для того, кто может создать формулу. И ментальные навыки. Ментальные навыки — это умственные действия, да, которые заключаются и, знаете, описываются не только через высокий уровень интеллекта. Это все-таки то, что больше связано с адаптацией, с пониманием того, что с тобой происходит, с пониманием того, что происходит, то, как ты это можешь использовать и, может быть, преобразовать. То есть это не просто, как вот говорят, коэффициент IQ, да? То есть это не показатели того, с какой скоростью я решаю математические задачи. Это все-таки то, что позволяет проанализировать ситуацию, войти в эту ситуацию и изменить эту ситуацию под себя.
То есть вот это относится к ментальным навыкам. Мы дальше пойдем как раз то, что уже будет связано с возможностью развивать в себе эти качества. То есть получается, вот у нас формула, и формула может создаваться, если мы учитываем вот все вот эти параметры, все эти компоненты. Вот как раз тот самый второй шаг. Да, мы поговорили. Самоценность, локус контроля жизни, получается, ментальные навыки, да. Все это, конечно, в научно-творческом процессе у нас должно реализоваться или проявляется. Но как-то мы не всегда относимся к этому серьезно или не всегда оцениваем в себя эти качества. А если даже мы их находим, да, в себе, то можем, наверное, отследить, что что-то хотелось бы развить, что-то, возможно, развивается не в том направлении, ну, то есть обратить на те параметры, которые, обращаем внимание на те параметры, которые нам доступны. А нам нужно, наверное, вот все-таки к первому шагу, да, вернуться и постараться, если мы опять же движемся к развитию великого ума, попробовать поработать, да, с этими параметрами, которые у нас есть. Они есть у всех. Это самая приятная новость. То есть то, что мы можем развивать, главное поставить цель. Вот первый у нас получается, да, как раз определяем это как тренировка, да, возможно ли это тренировка, да, возможно. Просто надо вынести это в приоритеты. Получается, такое слово, да, сейчас используется mind fitness, это как раз развитие тех самых ментальных навыков, о которых я говорила. Вот ментальные навыки у нас в этом и представлены. Да, помним, что это не показатель высокого уровня интеллекта или не только показатель высокого уровня интеллекта. К этому относятся вот такие процессы наши. Анализ, прогноз, я проговорю, да, цель, план, оценка и реализация. Сейчас очень кратко о том, что это из себя представляет. Вот мы, представьте, да, говорят еще о стрессоустойчивости. То есть, в принципе, она же тоже, да, подлежит тренировке. Гибкость, это тоже связано вот с этими умственными действиями. Вот вы сталкиваетесь с какой-то неожиданной ситуацией, с тем, что раньше никогда, с тем, ну, раньше не встречались, например, даже. Вот, например, даже в процессе обучения, первый экзамен получается, неважно, был в школе он или в университете, или, например, он не просто первый, а сложный, с какими-то задачами, постановками, там, тревожность, что-то беспокоит в любом случае. То есть можно и такую взять ситуацию, можно вообще ситуацию какую-то нестандартную, что-то произошло или на улице, да, или с человеком, с которым вы общаетесь, с незнакомым человеком. Что у нас происходит? На самом деле это молниеносно происходит. А происходит вот как раз следующее. Анализ ситуации. То есть мы сразу понимаем, сталкивался я с этим или не сталкивался. Это анализ ситуации. Прогноз. Я не сталкивался с этой ситуацией, у меня не было до этого такого сложного экзамена. Как будет развиваться эта ситуация? Вот возможно, и как раз появляются варианты. Либо если я там все учу, это делаю, да, соблюдаю требования, то это одно направление. Если я как-то веду себя иначе, то это другой, да, результат или исход. То есть сразу прогноз возникает, второй шаг получается. Мы ставим цель, то есть нам нужно вот в ситуации экзамена, опять же, любой нестандартной ситуации, как-то ее преодолеть, да? Мы же не будем постоянно относиться к этому как к угрозе. То есть у нас цель все-таки справиться с этим. План сразу выстраивается. План, вот здесь обратите внимание, план, цель и план, они очень интересно и тонко отличаются. То есть кажется, что если вы поставили цель, то вы практически уже всего достигли, да, и уже знаете, как это должно выглядеть. Но на самом деле нужно четко проработать, и желательно в этой же последовательности. У нас, я сейчас остановлюсь, просто у нас некоторые вот эти, как сказать, процессы, шаги, они у кого-то высокий уровень анализа, но, например, низкий уровень планирования. То есть я могу, когда я встречаюсь с ситуацией с незнакомой, я сразу понимаю и дифференцирую ее, различаю, да, что да, со мной этого не случалось, нужно действовать как-то иначе. А вот план, например, с помощью чего я буду достигать вот этой цели? То есть план — это инструменты. Почему говорят о планировании хорошем? То есть нужно иметь четкое представление о том, с помощью чего я этой цели достигну.
А вот так некоторые люди, как я вам уже сказала, то есть почему не все становятся нобелевскими лауреатами? Потому что одинаково хороший уровень должен у этих процессов быть развит. Это даже может быть связано с ситуацией покупки, да, то, что мы делаем сейчас часто и приносит определенное удовольствие. Тоже некоторые люди не всегда могут решиться покупать, не покупать, тратить, не тратить, получается. То есть это вот связано как раз с оценкой, оценкой происходящего, решения, да, от которого зависит. И реализация, или оценка. То есть то, что со мной происходит, как я буду знать, достигла я цели или нет. Нужно поставить определенные критерии, то есть оценки, что в случае сдачи экзамена условно там на 5 я достигаю результата, на 4 не достигаю результата. То есть это вот оценка в умственных действиях. Также к ситуации, то есть как я буду знать, что я нестандартную ситуацию преодолела, если я буду понимать, что она закончилась именно так, как мне нужно, ну условно, да. И реализация, это принятие решения. То есть вот вы здесь все продумали, у нас весь этот процесс, и мы принимаем решение действовать. Вот это ментальные навыки. То есть получается, в рамках вот этих процессов можно и развивать себя, и работать. И в принципе есть тесты, которые позволяют увидеть, насколько тот или иной шаг, насколько тот или иной ментальный навык получается, ну будем их так, да, называть, развит у нас лучше всего и над чем можно поработать. То есть тренировка доступна у нас в этом случае. Мы знаем, что тренировать. Теперь мы подумаем и узнаем, как тренировать. Возможно, слышали такое популярное мнение, вот 10 тысяч часов. Оно достаточно часто его приводит в пример, такое как золотое правило. Но о чем оно говорит? Что если мы хотим достичь результата в каком-то своем деле, ну мы вот тут говорим о чем? О научном творчестве, да, например, о достижении именно научных успехах, да, получается. И если мы хотим и стремимся к этому, то обратите внимание, сколько времени мы тратим на это. 10 тысяч часов, они связаны там с проведением эксперимента, который показал, что те люди, которые действительно достигли, музыканты, тех высот, которых они достигли, да, получается, они потратили на развитие своих навыков 10 тысяч часов. Это, конечно, прошло много лет. Но при этом все равно остается привязка. Часы для каждого могут быть различны. У нас способности, да, разные получаются. Да? То есть для кого-то быстрее, для кого-то медленнее, может быть больше часов. Но при этом смысл и логика остается одна. Что то, что нам нужно развивать, мы должны развивать в режиме, дисциплина, самодисциплина, конечно, мы должны отслеживать это, и система, ну то есть системность, в принципе, да, если мы поставили себе цель. Ну вот как минимум это 2 часа в день, да, посчитаем, и в неделю 14 часов. То есть это большая работа получается, да, над собой и над теми вообще возможностями, получается, над тем потенциалом, который у нас есть. Тренировка получается у нас тоже. Ответ на то, как мы это можем делать, мы получаем. Получили. И третий момент — самомотивация. Самомотивация. Здесь, конечно, я вам представила, что это любимое дело, но это самое удобное. Даже, знаете, это не хобби. Наверное, это больше, чем хобби. Если есть тот ресурс, когда вы чувствуете себя расслабленным, удовлетворенным, активным, наверное, да, одновременно, то это может быть и как награждение, или как привязка. То есть все-таки вот здесь же видим, да, тут и дисциплина, и режим, это не всегда то, что хочется совершать. Хотя на самом деле это, наверное, главное. У нас потенциал-то у всех есть, да, но заставить себя его развивать — это уже вторая проблема, как бы, получается. И вот самомотивация может и должна по закономерности, наверное, работы нашей психики происходить через какие-то стимулы или мотивы, которые нам близки. И если вот это дело, которое все-таки, опять же, входит чтение, наверное, написание черновиков, оно все-таки входит в такую
ну как скажем, сложную ограниченную систему, да, то давайте это свяжем с или наградой, или с как-то посмотрите по себе, каким образом можно смешать это или привести к любимому делу. То есть тренировки, да, как-то я вышла, тренировка, возможно, таким образом, да? То есть у нас есть подсказки, отлично. И третий шаг. Контекст. Вы знаете, это вот напрямую, вот в моем сообщении связано как раз с достижениями нобелевских лауреатов. Как вы думаете, почему утонул Титаник? Или почему он вообще утонул? В принципе, мы знаем, да, что произошло, мы знаем эту историю, но мы можем здесь ее раскрыть несколько иначе и посмотреть даже, не то что несколько иначе, а дать этому более широкое название, контекст. Шел этот корабль, да, и набирал скорость, получается, как будто вне контекста. И вот этот айсберг, который как раз не был учтен, это тот контекст, который нужно было учитывать. Понятно, что цель там была скорость, быстрое прибытие получается, да, восхищенные взгляды, наверное, да, комментарии по поводу того, как этот корабль быстро двигается. Но контекст. Жаль, да, если был оценен контекст, конечно. Мы бы говорили как раз о достижении того, к чему стремились. И такие же достижения, когда мы говорим о научном творчестве, тоже должны оценивать, или мы, как изобретатели, которые к этому стремимся, должны оценивать контекст. Это должно быть актуально в любом случае. Прошлое, настоящее и будущее. Мы из прошлого берем те знания, с которыми работаем, над которыми работаем, мы их поглощаем. Настоящее — то, где мы живем, и здесь реально нужны, и здесь нужно отвечать на те запросы, которые вот общество хочет получить вот здесь и сейчас. И будущее — то, что будет использоваться, то, что, в принципе, будет отличать наше изобретение от того, которое оно было в прошлом, да? Новая формула получается. Вот, то есть у нас контекст — это актуальность. Есть же такие высказывания, да, что, получается, и гении не всегда оценены именно в свою эпоху. Здесь как раз вопрос актуальности. Да, потом, впоследствии, получается, принимаются. Но иногда, когда принимаются, уже есть и готовые решения, но они в любом случае будут оценены, да, в будущем. То есть то, чего они достигли, и то, что они достигли, это не в эпоху, не в свое время, да, когда общество еще не понимало, что оно в этом на самом деле нуждается. То есть вот у нас получается третий момент, это контекст, который на самом деле получается один из главных. Да? Что развивать, где и как развивать, мы уже знаем. И в завершение хотелось тоже вот такую небольшую метафору представить, все-таки как стать нобелевским лауреатом. Все мы с вами как разные планеты, с разными способностями, навыками, стремлениями, но все мы стремимся к знаниям, к Солнцу. И в той или иной степени оно нам будет доступно. Мы можем меняться местами, да, мы можем быть ближе к Солнцу, мы можем быть дальше от Солнца. Но нобелевские лауреаты всегда проходят эти шаги и становятся максимально близкими к Солнцу. Спасибо большое за внимание.